будет намного удобнее, если вы перестанете изображать себя старлетку и станете наконец той, кем являетесь на самом деле. Большевистской шпионкой. Я ждал вас. Ну или кого-то вроде вас. Вы что-нибудь знаете о профессоре Филиппове? Профессор Филиппов планировал осчастливить мир своим супероружием, но не успел. Таинственно погиб. Все его разработки исчезли вместе с ассистентом Лансером. Если мы их не опередим, то грозит катастрофа. Я хочу знать, кто будет меня прикрывать. Ну, на этот счет вам не нужно беспокоиться. Это будет наш лучший человек в Европе. Здесь досье на русских шпионов в период с 14 по 17 год. А давай на чистоту. Ты шпион? Просто скажите, что не задумали ничего дурного, я выкину эти мысли из головы. Разве вы забыли, что мы с вами из одного тайного общества, обожженных любопытством? Очень скоро к тебе придут люди. Мне нужно знать, на кого они работают, прежде чем они исчезнут. Я хочу первым открыть этот ящик Пандоры. А если там внутри дьявол, я хочу быть первым, кто его увидит. На вашем месте я бы не делала резких движений. Мелодрама не мой жанр. Охота на дьявола. Скоро на НТВ.